Здравствуйте! Это программа «Актуальное интервью» в студии Кристина Дючкова. В начале октября в городе Сочи прошли комплексные соревнования «Летние игры паралимпийцев. Мы вместе. Спорт». Честь Ставрополья на Черноморском побережье защищали 3 атлета, и все они вернулись домой с медалями. Какие результаты у ставропольцев, в каких видах спорта состязались и что было самым сложным в подготовке к играм, расскажут Игорь Баскаков, заслуженный мастер спорта, серебряный призер чемпионата Европы, участник игр в Сочи, и Сергей Семиренко, исполняющий обязанности директора Центра адаптивной физической культуры и спорта. Здравствуйте, Игорь. Олегович, здравствуйте, здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, Кристина. Расскажите подробнее о летних играх в Сочи. Может быть, немножечко предыстории. Что это, какие это соревнования, для кого? Ну, я начну, Игорь Олегович. Сергей Александрович. Да, спасибо. Россия давно известна на весь мир своей спортивной школой. Это в том числе касается паралимпийских видов спорта. И сильный тренерский состав, и непреодолимая воля к победе – это наше преимущество. Олимпийские и паралимпийские игры всегда были одним из главных соревнований в карьере профессиональных спортсменов. Однако уже не первый год наших ребят снимают состязания. Летом 2016 года в Рио-де-Жанейро причиной стали антидопинговые разбирательства. А этой зимой появился новый предлог – спецоперация в Украине. И хотя родоначальник Олимпиады Пьер де Кубертен провозгласил спорт вне политики, в наших реалиях это кажется несбыточной мечтой. И в обход западным ограничениям в России еще в марте решили создать свою систему международных игр паралимпийцев под эгидой «Мы вместе спорт». Ну, Игорь, уточните, почему именно такая фраза, такое дополнение «Мы вместе, спорт»? О чем это говорит конкретно для вас, для спортсменов? Ну, название говорит само за себя. «Мы вместе». Соревнования призваны объединить паралимпийские комитеты разных стран. То есть это и ближнее зарубежье, и дальнее зарубежье. В играх приняли участие сейчас более 12 стран, в которых приезжали из ближнего зарубежья. Это Азербайджан, Грузия, Армения, в том числе и Казахстан, Киргизия, да, там вот всех и не перечислишь, что так, из дальнего зарубежья даже приняли атлеты из сборной Германии. Ну, то есть это какой-то знак нам подали. В общем, атмосфера была очень дружественная, все друг друга поддерживали. Вот и получается, что эти игры «Мы вместе» вот всему миру показали на данный момент, что спортсмены разных стран, они в зависимости, не вне политики, и поддержка ощущалась. Действительно здорово. Получается, что спорт всех связал. Да. И сколько спортсменов участвовало, напомните, и откуда эти люди, мы уже выяснили, какой возраст участников, расскажите. Спортсменов участвовало, если в общем соревновании брать, более 1200 спортсменов, там точную цифру не помню. Ну, возраст участников у нас варьировался, скажем, представительство нашего Ставропольского края, самый опытный спортсмен у нас, я бы не сказал даже возрастной, но он опытный, потому что настольный теннис, он требует опыта. Это Запеченко Сергей, который стал третьим сейчас в парном разряде среди инвалидов опорно-двигательного аппарата по настольному теннису. Вот. И еще у нас самая молодая атлет нашего, так сказать, региона участвовала под тхэквондо. Кандидат мастера спорта. Вот, и Сергей Александрович. Да, Сергей Александрович, уточните подробнее о наших участниках. Пожалуйста. Игорь Олегович постеснялся рассказать конечно, о себе. Расскажите вы о нем. Обязательно. Это Игорь Олегович, спортсмен-инструктор. 41 год Игорю Олеговичу. Мастер спорта международного класса по спорту слепых в дисциплине легкая атлетика. Тренирует Игорь Олегович Козлов Владимир Осипович.
На летних играх паралимпийцев «Мы вместе спорт» Игорь Олегович завоевал золотую медаль в толкании ядра с результатом 12 метров 72 сантиметра. Также выступал в метании диска, занял второе место, принес на Ставрополье серебряную медаль с результатом 36 метров. В этом году золото на чемпионате России в городе Уфа в толкании ядра у Игоря Олеговича. Также золото на всероссийских соревнованиях в городе Ярославле по толканию ядра. И еще вот недавно Игорь Олегович выступал под эгидой. Также я хочу дополнить. Да. Проходили соревнования международные сейчас в Белоруссии, в городе Минске, куда нас пригласили наши братские, как говорится, друзья, наши братья, друзья, белорусы. На большом олимпийском стадионе, который у них там реконструировали еще с советских времен. В общем, шикарный объект построили. В общем, и вот эти вот игры «Мы вместе» – это также один из этапов этих игр. Это был в Белоруссии. То есть... Я добавлю, в сборной команде края участвовала еще наша Мария Алексеевна Фисенко, спортсмен-инструктор, ей 17 лет, она кандидат мастера спорта, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, дисциплина тэквондо. Тренирует Марию Татьяна Александровна Комаровская. На летних играх они взяли золотую медаль. Завоевали. Также у них было золото в международных соревнованиях в Албании в этом году. И также было золото в Кубке президента Союза тэквондо России в городе Черкесске. Тоже недавно проходили. Да, это очень перспективная наша спортсменка. То есть у нас получается от 17 до 61 года наши и спортсмены. И все спортсмены показали отличный результат. Славят, да, славят наш край, наше Ставрополье. Нашу Россию. А сколько всего специалистов в вашем центре адаптивной физкультуры и спорта? В нашем центре на сегодняшний день 23 спортсмена ведущих. Они также представляют сборные России, выступают в разных видах спорта по направлениям. А это... какие другие виды спорта были? В каких видах спорта да, выступали другие участники вот на этих летних играх? Паралимпийцев. Расскажите. Ну, всего в играх представлено 9 видов спорта, по-моему, было. Это легкая атлетика, плавание, настольный теннис на колясках, стрельба из лука, фехтование на колясках, что там, шашки, шахматы. Тэквондо. И футбол. Лиц с заболеванием. Лиц с заболеванием центральной нервной системы, ДЦП. Да. Вот. Также вот у нас адаптивный центр продвигает виды спорта. Это среди слабослышащих и глухих спортсменов, с ослабленным зрением спортсменов и слепых тоже так же. Также спортсмены опорно-двигательного аппарата и лиц с интеллектуальными нарушениями. То есть 4 категории вот, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Возможно предоставление к совершенствованию в спорте. Ну, здорово, что Центр адаптивной физкультуры и спорта, он показывает, что спорт для всех, и все действительно могут соревноваться и показывать вот такие уникальные, хорошие результаты. Игорь, расскажите, какие все-таки вы ощущения испытывали, вот, участвуя в соревнованиях, когда вы одержали победу? Расскажите о своем результате. Ощущения от игр, ну, даже я вам скажу, не передать словами. Это ощущение какого-то праздника, единства, которое вот царило на протяжении всех игр. Спортсмены с разных стран общались, даже не зная языка друг друга. Это было просто, как вам объяснить, это было просто интереснейшее такое мероприятие, которое объединяло всех именно для того, чтобы у нас
показать всему миру. Да, что несмотря ни на что. Что несмотря ни на что, никаких политических разногласий среди нас быть не может. Очень радушно приняли сборную Германии. Везде их, как говорится, выставляли на первые места, но несмотря вот на эти всем известные события, они смогли приехать и показать всему миру, что спорт, особенно параспорт, это вне политики. А все-таки чего больше было, соревновательного духа или преобладала поддержка и взаимопомощь? Тем более, что было время, когда соревнований не было, их то переносили, то отлагали, и вы соскучились по спорту. Как вы? По общению. Да. Очень интересное было открытие наших игр, в котором принимали участие, начиная от министра спорта. Кстати, присутствовал и наш министр спорта. Андрей Владимирович Толбатов. Мы с ним там встретились. Он оказывает огромную поддержку нашему адаптивному центру и в частности вот спортсменам. Не забывает про нас. Огромная ему в этом благодарность. Присутствовал министр спорта Российской Федерации. Зачитали телеграмму от президента Российской Федерации, от представителей правительства Российской Федерации. Все нас очень радушно приветствовали, и все были рады, что мы приехали. Атмосфера, естественно, среди участников после таких слов, особенно когда у нас была ведущая, это Ольга Богословская, всем известная телеведущая. И атмосферу она создавала такую, что все участники, общаясь с друг другом, помимо спорта, еще набрались очень много положительных эмоций. Знаменосцем от нашего Ставропольского края команды был, расскажи, Игорь. Да, знаменосцем от нашего Ставропольского края был Сергей Запеченко. То есть самый опытнейший, как я уже говорил, спортсмен из нас. Доверили ему. Вот. Очень почетно. Да, вынес он знамя нашего края. И вот стоял на параде с этим флагом. То есть представлял, так сказать. А расскажите, как вы готовились? Сколько вы вообще лет в спорте? И как проходит вот масштабная подготовка к таким серьезным соревнованиям? Подготовка занимает очень много времени. Работа тяжелая, можно сказать, это, так сказать, тяжелый труд спортивный, требующий от спортсмена очень сильного самоконтроля. То есть, если ничего себе позволить нельзя в этот период лишнего. И подготовка у нас проходила на базе адаптивного центра. Адаптивный центр очень активно взаимодействует с другими спортивными организациями города и края. То есть, если нам нужны условия были, адаптивный центр заключил договора, в которых уже прописаны были условия. Кстати, предоставили нам манеж легкоатлетический, который вот недавно построили в Ставрополе для занятий. Также предоставили стадионы, все это у нас было. Ну и адаптивный центр, также вот заботясь о том, чтобы там зимние соревнования, подготовки для зимних соревнований, у нас проходили они в городе Адлер, в климатических условиях, подходящих для подготовки. Вот. Ну, спортивные достижения, они просто так не даются, я вам скажу. И требуют не только таланта, но и огромного труда. Что там 90%, можно сказать, труда в этом во всем. Ну, как в подтверждение вашим словам, то есть не просто вы сегодня пришли с медалями, давайте все-таки поговорим о них. Что это за медали, откуда вы их привезли? Вот сейчас я возьму в руку медаль, где лента выполнена с флагом, триколором Российской Федерации. Это чемпион России. Где вы получили эту медаль? Да, это медаль с последнего чемпионата России, который проходил в городе Уфа.
А вот где мне удалось в толкании ядра взять первое место, выиграть первое место. Отлично, давайте перейдем дальше. Интересная очень медаль. Наверное, самая увесистая. Это медаль с интересным цветом ленты. Это европейский чемпионат, да? Это уже чемпионат Европы. Да. 21-й год. Да, да, да. В 21-м году в Польше, в городе Бытгощ тоже были масштабные соревнования. Там приняло много участников, много стран, более 100 стран приняли участие. Ну и вот в решающем, в финальном, так говорится, там соревновании. Поединки, да? Да, да, да. В заключительной попытке мне удалось выхватить, вот можно так сказать, серебро. Отличный результат. Я думаю, что все Ставрополье гордится вами. Следующая медаль, лента в фиолетовом цвете. Это 2015 год. Сеул, правильно я понимаю? Да, да. Угу. Что это за соревнование? Да, это вот начало, можно сказать, из одни из первых соревнований в моей карьере. Это были игры, всемирные игры в Сеуле. Это, можно сказать, сейчас вот подобие игр, которые проводятся у нас «Мы вместе». На тот момент это игры такого же мирового масштаба проводились в Сеуле. Южная Корея, где также принимал участие и показал результат. Вот. Тоже серебро в толкании ядра. Следующая интересная медаль – это какой-то год, расскажите, Дубай? Да, это тоже в прошлом году в Дубае у нас прошли соревнования. Можно так сказать, это были отборочные соревнования на чемпионат Европы, где удачно отобрался, выиграл соревнования. Вот. Но я так понимаю, что, конечно, победы даются не просто так. Вы прилагали очень много усилий. И вот в тот момент, когда на вас надевают медаль, когда вручают подарки, цветы, что вы понимаете для себя вот именно в эти моменты? В эти моменты есть ощущение такое, что все это делается не зря, что все равно это, что своим примером, возможно, я кого-то вдохновлю на занятия, но так как известно, что у нас люди с ограниченными возможностями, иногда бывает так, что бывают забыты обществом, не секрет это упомянуть, и возможно кто-то, если увидит это, поверит, что успех возможен и нет препятствий ни для чего. Нет препятствий. Да. Да, и ваш успех этому доказательство. Поедете ли вы снова на соревнования? Хотите ли? Да, я планирую выступать еще до 2024 года. У нас соревнования планируются, как я упомянул уже, эти игры «Мы вместе». С каждым годом будут все масштабнее и масштабнее. С каждым годом там будет принимать все более значительное количество стран участие. Вот. И мне хотелось бы в следующем году также выступить. И выступить вот в зависимости от развития нашей обстановки политической. Будут проходить Паралимпийские игры 2024 года в Париже. Я думаю, все нормально будет, и мы еще туда попадем. Я думаю, что все мы желаем вам успеха, вся редакция Ставропольского телевидения и, конечно, наши зрители. Сергей Александрович, обращусь к вам. Все-таки, а как может спортсмен обратиться к вам в Центр адаптивной физкультуры? Есть ли такая возможность? И вот, например, о Сергея Александровича. Он отлично, так сказать, проявил себя. Будет ли у него законный отдых? Конечно, у него будет законный отдых, мы ему подписали приказ, он отправляется в отпуск, затем будут тренировочные, восстановительные мероприятия. Все, конечно, полноценная подготовка, и после таких побед, конечно, спортсмену необходимо время восстановиться, восстановить силы. Ну, вы же знаете, как спортсмены восстановят силы, да?
процессе тренировок. На тренировках. На тренировках, да. Конечно. Ну, а к нам обратиться... У нас же спорт, адаптивный центр – это спорт высших достижений. У нас есть тренер. Тренер тренирует одного спортсмена. Бывает два спортсмена, да, у него. У нас есть спортсмены-инструкторы, которые самостоятельно, он и тренер, он сам себя и тренирует, сам выступает на соревнованиях. То есть, добавите, Игорь. Да, ну я добавлю немножко, что на данный момент у нас идет набор, все равно, допустим, даже если тренер работает со спортсменом высших достижений, он никогда не откажется заниматься и с начинающими спортсменами. Но начинающие спортсмены должны как бы иметь даже не физические данные, даже у нас спорт лиц с ограниченными физическими возможностями. Должно быть в первую очередь стремление. Стремление. Вот если у человека есть стремление, он сможет все. Ну, как говорится, было бы желание. А вы не задумывались стать тренером в будущем? Да, я задумывался о тренерской карьере тоже, о тренерской работе. У нас у каждого тренера есть определенные спортсмены, разновозрастные. И вот есть ведущий спортсмен, который член сборной края, член сборной России. И, соответственно, есть подрастающее поколение, так назовем, которое не дает успокоиться Игорю Олеговичу, например, да? Да, да, что... уже наступают на пятки, да. все, как говорится, хотят победить. Это огромная, как говорится, огромный плюс, что люди именно стремятся. Что есть такие люди, да. И все-таки давайте прикоснемся к истории. Все-таки Сочи – это город, где в 2014 году проходили известные Олимпийские и Паралимпийские зимние игры. И ощущали ли вы, ваши коллеги-спортсмены, вот эту связь с историей? Да, чувствовалась преемственность. Олимпийские объекты, которые были построены в тот период, были практически задействованы. То есть соревнования зимних видов спорта – это гостиницы, это подготовительные стадионы, это база «Югспорт», на которой проходили игры, находится в городе Сочи, представляет из себя комплекс из нескольких гостиниц, из нескольких стадионов. И, в общем, очень хорошие условия для подготовки в этих базах, особенно для проведения, там и залы спортивные, и для медиа-систем там все это сделано. Еще там, допустим, по плаванию ребята выступали на Красной Поляне. Там построили огромнейший отель, в котором размещение проходило. Там же у них бассейн 50-метровый они построили. В этом бассейне вот проходили и соревнования по плаванию. На базе «Юность», также, которая расположена в городе Адлер, проходили соревнования по стрельбе из лука. Вот. И вот объекты такие, очень много объектов присутствовало. Ну, все было, были задействованы. Да, задействованы, да. Да. То есть наследство от игр 2014 года прямо вот и все используется. Все используется. Везде спортсмены, везде молодежь. То есть они нужны. Уважаемый Игорь Олегович, Сергей Александрович, и все-таки попрошу вас обратиться с пожеланиями к спортсменам, к спортсменам-коллегам, к начинающим спортсменам. Что бы вы пожелали? Ну, начинающим спортсменам я бы пожелал в первую очередь терпения, потому что не все получается с первого раза, не все, как говорится, да, и приносят тебе на тарелочке в этой жизни. И первые, как говорится, годы – это идет спецификация в спорте, это
тяжелая работа, это учение. Как говорится, тяжело в учении. Вот. Ну и молодым пожелал бы, молодым спортсменам я пожелал бы, чтобы им попадались хорошие тренеры, которые вели бы их к победе. И работать в команде, нужно работать в команде, чтобы не было разногласий, не было каких-то ссор, конфликтов среди. Сергей Александрович, а что скажете? Я пожелаю нашим спортсменам прежде всего это дальнейших побед, качественных выступлений, хороших тренировок, без травм. Ну а молодежи или кто хочет присоединиться, пожалуйста, вперед. Добро пожаловать в мир спорта. У нас для этого сегодня создаются условия общедоступные. Поэтому, пожалуйста, занимайтесь спортом. С удовольствием приходите, играйте. Это не обязательно должен быть спорт высших достижений. Занимайтесь физической культурой. Проводите с пользой время. Большое спасибо. Спасибо, Сергей вам. Александрович. Спасибо вашему Центру адаптивной физкультуры и спорта. Спасибо большое, Игорь Олегович, что сегодня пришли к нам, вдохновили своих коллег-спортсменов, начинающих спортсменов, рассказали о своих достижениях. Это огромная гордость всего Ставропольского края. И мы вам желаем в дальнейшем побед, успехов и огромных-огромных достижений. И позволите обратиться. И я приглашаю ваше телевидение, вашу компанию в дальнейшем освещать спортивные мероприятия, такие события, которые происходят сегодня у нас, сегодня в России. Приезжайте, приглашаем, смотрите, снимайте, фотографируйте, несите это в массы. Большое спасибо. Я думаю, что мы положительно отреагируем на ваше приглашение. Спасибо. О спорте для паралимпийцев поговорили сегодня в студии актуального интервью. Спасибо ставропольцам, которые защитили честь края на Сочинской арене в международном турнире. Гостями студии были Игорь Баскаков, заслуженный мастер спорта, серебряный призер чемпионата Европы и участник игр в Сочи. А также Сергей Семиренко, исполняющий обязанности директора Центра адаптивной физической культуры и спорта. Ведущая я, Кристина Дючкова. Берегите себя. Занимайтесь спортом и не переключайтесь, оставайтесь на своем.